Посмотри, сколько видео вокруг, зацени. Эти ролики, мой друг, подпишись. На канал ты не забудь, поставь лайк. И комментатором ты будь. Ла-па-па, ла-па-па, ра-па-па, ра-па-па, ра-па-па-па-па-па-па. Привет, ребятки, мы с вами продолжаем проходить Ведьмак. И четвертая глава, ну вот где мы сейчас. Жрец Водяной впереди, давайте подойдем сюда. Я не думаю, что он злой, поэтому можно с ним просто поговорить. Что ты несешь? Что это? Приятно познакомиться. Я не настолько хорошо знаю твой язык. Я знаю хорошо твой язык. Это заметно. Что ж, поговорим. Ты на колени стоять перед владычицей. Мы говорить. Ты не стоять на колени, значит, ты думай не говорить. Значит, я должен отдать дань уважения владычице озера. Так быть. Ну, давайте отдадим. Хорошо. Владычице озера. Давайте отдадим честь владычице озера. Кто в комментариях расскажет о... История владычицы озера из вселенной Сапковского. Гуль-буль, да, как будет ведьмак на вашем языке? Все в порядке? Нет, да. Все в порядке. Мое горе быть велико, не быть покоя в моем доме. Что-то явно случилось, да? Слышать. Так, ладно. Как будет ведьмак на вашем языке? Как будет ведьмак на вашем языке? Ведьма лол бул должно быть. Если нет бул, означает идиот. Ведьма лол бул. Значит, я ведьма лол бул. Ведьма лол бул. Да, так ты и быть. Так ты и быть. У нас найдется работа для того, кто умеет управляться мечом. У вас найдется. Люди быть страшны, враг для водяной. Они нанимать злющий ведьмак, и он убивать много водяной. Он склепит и смотреть. Мы хотим дружить с людьми, но люди плавать у нас в воде. Еще один ведьмак? Серьезно? Так, он драться с гулем в склепе. Я должен поговорить с ним. Бывай. Хорошо. Слушай, я должен отправиться в склеп, чтобы поговорить с ведьмаком, который брался за то же задание, что и я. А что тут у нас? Алтарь? Ибо владычица озера — богиня старших народов, и так велики ее мудрость и могущество, что слова ею, сказанные алчности и ненависть, побеждают. Всего одну фразу сказала она, одну фразу, но такая в ней была истина, что ни человек, ни водяной спорить с ней не могли. Итак, ладонь человеческая, мягкой кожей, облеченная, чешуйчатую десницу стиснула, и дарами друг друга одаряя, люди и водяные мир заключили. А какие чудесные были-то то дары. Браслет из чистого золота основателя деревни, богато украшенный рукою настоящего мастера, перешел к водяному. А старый водяной взглянул на лицо владычицы и сказал: «Слово твое может мир этот утопить, а может сжечь до основания, так что и пепла не останется». И когда увидели люди чудесную статую алебастровую, искусно сделанную, и вовсе дара речи лишились. И великий пир тогда начался в чудесной долине у озера. И я там был, мед, пиво пил, ну понятно, по усам текло, да? В рот не попало. Хорошо. Хорошо. Хижина короля рыбака, берег озера, место купания наяд и склеп. Это что касается отметин на карте. Ведьмачий секрет. Я разбил саламандровую зиму. Теперь надо переждать гнев Алды и обрести второе дыхание. Затем мало заданий, всего лишь секрет Берингара. Берингара послали искать Альвина, так что я его найду недалеко от мальчика. Оказалось, что Берингар сотрудничал с саламандрами, хоть и не по своей воле. Профессор послал Берингара на поиски Альвина, поэтому я уверен, что наши дороги пересекутся. Говорят, будто ведьмаки... Так, не все чудовища слушают смерти. Говорят, что ведьмаки убивают всех чудовищ без исключения. Говорят, будто ведьмачий кодекс всего лишь миф. Возможно, так и есть, но я могу различить человека и чудовище. Человека в чудовище и чудовище в человеке. Оборотень Винсент не должен погибнуть от руки ведьмака, в отличие от ублюдков, за которыми я охочусь.
Я обещал Наяде вернуть ее ожерелье, которое стащили утопцы. Да, помню такое дело. Мне нужно обойти берег озера. Вот мили речной берег у деревни. Если я уничтожу достаточно утопцев, их вожак плавун Зефир сам появится. Мне нужно убить утопцев на берегу озера, на отмели и у реки близ деревни. Я должен уничтожить их вожака. Поищу другого соперника. Кулачный бой, найти противника посильнее. Я должен отправиться в склеп, чтобы поговорить с ведьмаком, который брался за то же задание, что и я. С профессионалом. Ведьмачьи секреты. Я разобрал саламандровые зимы, теперь надо... Угу. Больно не будет. Уверен, я смогу найти еще необычные зубы для дантиста. Уверен, так и есть. Так. Давайте... Вот эту вот штуку будем изучать... Ой, не изучать, а... Получается, попытаемся выполнить. То есть вдоль берега пойдем убивать утопцев, а мы, ребятки... Смелая девочка тут рядом стоит слева. Смотри, костер какой-то я вижу. Он мне особо не нужен. Круг увядшей магии. Там вход на новую территорию пристани. Хорошо, спасибо. Ингольчатый мир. Мне вообще, в принципе, нахрен все не нужно. Мне нужно только убивать, выполнять задания, убивать, выполнять задания, убивать и убивать. И еще раз убивать, да. Генация. В дом тоже можно зайти? Нет, в дом нельзя зайти. Ну ладно. Генация рядом с игольчатым этим. Ух ты, глянь, деньжат. Рядом с игольчатым миртом лежит постоянно. Вот в эту, с этой стороны в дом можно зайти. А что внутри? Рыбак. Хе, ну ладно, спи, рыбак. Чё меня беспокоит рыбака? Гурваль. Людей. Вот они, утопцы. Так, подожди. Вот. Я думал, я застрял. Но нет. Ну давай, родной. На групповой стиль перейду. А теперь быстрый стиль. И еще разок быстрый. Убил. Еще утопец. Идите сюда. Нужно истребить утопцев на отмели в берегу реки. Хорошо. Здесь мы всех убили. А соберу геноцид? Почему нет? А чему нет? Зачем я это все собираю, да? Не пойму. Все равно ничем этим не пользуюсь. Но все-таки хочу. Не знаю почему. Не знаю, не спрашивайте. Генация. Все, это мое теперь. Здесь же пройти есть вариант, да? Есть. Хорошо, по карте это же недалеко. А, чисто рядом с лодкой, что ли, там? А, на лодку нужно сесть и на другую сторону, видать, да, перебраться? Да, похоже, так оно и есть. Хорошо. Я не думаю, что это проблема для меня. Сейчас мы с вами так и сделаем. Ну-ка. Спрошу разрешение у короля рыбака. Короля рыбака? Спрошу разрешение у короля рыбака. Хижина короля рыбака. Переплывешь? На ту сторону уже сможешь зайти? Блин, серьезно, оббегать все это дело? О, как неприкольно-то, а? Ладно, придется все-таки будить мужика. Придется будить. Я-то думал и так нормально, но нет. Ладно, не зря зашли. В тот дом. Блин, плохо, что локация так выстроена, что приходится вот это вот все дело оббегать. О, виверна, ни хрена себе. Ладно, бог с ней. Может, захочет что? Там типа, убей виверну, принеси мне хвост, пущу на лодку свой. Привет. Привет. Ты король-рыбак, верно? Что ж, у меня профессиональный интерес в этой области. Я ведьмак. В озере есть чудовища. Амфисбены? Жагницы? Жряки? Нет? Может, драконьи черепахи? За язык проглотил, что ли? Озеро безопасно. Раз уж мы говорим... Можно я возьму твою лодку? Прощай. Что-то это как-то странно все. Может, это не человек вовсе?
У меня мой этот должен был медальон на поиск чудовища настроен. Он должен тогда вибрировать. Но нет, вроде нормально все. Так, здесь ничего. Здесь ничего интересного. Места нет открыто. А ну и ладно. Чего у меня там такого-то? У меня до хрена всего с собой. До хрена всего с собой. Тори-тори-тори-то. Ключ от дома могил. Нельзя его сюда скинуть? Нет, блин. Надо таскать с собой. Окей, ладно. Разрешение я получил. Пойдем на лодочку. Пойдем на лодочку. Тари-та-тари-тай. Тари-тари-тари-тари-тари-тари-та-тай. Они постоянно улетают, когда я пробегаю мимо рядом, да. А потом возвращаются обратно на место. Так, хорошо. Куда поплывем? Красиво, да, выглядит? Очень красиво, мне нравится. Так, такая отмель. Нам на ту сторону, по идее. А он... Видать, прям на отмель, да, нас повезет. А, ну вот, да, пишет отмель. Хорошо. Здесь мы выйдем и начнем месить утопцев тут. Может быть, и главнюк, плавун, выберется здесь, на отмеле. Не знаю, посмотрим, узнаем, увидим. Ох, луна полная, красивая. Вообще, места очень красивые. Да, отмель такая, не маленькая. Стрище. А вот они, утопцы, господа. До свидос. Да ты чё, издеваешься? О, владычица озера, ты глянь. Привет. Ну-ка, сохранюсь. Приветствую, Геральт. Прошу прощения, не припоминаю твое имя. Ты его и не знаешь. Зато я знаю тебя. Твоя слава бежит впереди тебя. Говорю сразу, лютиковы баллады — это вольная интерпретация событий, то есть нагромождение чепухи. У меня более надежные источники. Сирена по имени Шьенас. Сирена? Да. А что тебя так удивляет? И что же Шьенас тебе рассказала? Что ты предотвратил войну между князем Аглавалем и жителями затопленного города Ис? Благодаря тебе и твоим друзьям, люди и водяные Иса могут сосуществовать. Это радует. Надеюсь, здесь тоже все хорошо. Шьенас говорила, что ты человек умный. Сам поймешь, поговорив со жрецом водяным и с человеком по имени Юлиан. Кто ты такая? Меня называют владычицей озера. А тот разговорчивый рыбак твой слуга? Слуга? Нет. Я женщина. А женщине нужен мужчина. Для защиты и добычи пропитания, разумеется. Ну, разумеется, конечно. Понятно. Никто о другом не подумал. Мою честь защищали благородные рыцари, но это было давно. Единственное, кто у меня остался, это мой бедный больной король-рыбак. Госпожа... Так. Госпожа, говорят, я восстал из мертвых, но я потерял память. Ты можешь мне помочь? Я знаю, что ты вернулся не случайно. Прежде всего, ответь. Ты веришь в предназначение? Сам хозяин своей судьбы, верю в нечто большее, верю в предназначение. Но лично я считаю, что я сам хозяин своей судьбы. Не знаю, как насчет Геральта. Я сам хозяин своей судьбы. Надеюсь, что, произнося эти слова, ты понимаешь их истинное значение. Отрекшись от предназначения, ты вынужден нести ответственность за все свои поступки, как хорошие, так и плохие. Я принимаю ответственность. Ты сильная личность. Ты вспомнишь свое прошлое. Потрясающе, отлично. Я уважаю твое стремление вершить собственную судьбу и не буду давать тебе советов.
но знай, что я тебе дарю свое расположение, и да пребудет с тобой мое благословение. А была бы еще какая-нибудь ощутимая польза от этого, госпожа. Но у меня есть еще один вопрос. Да? Госпожа, что случилось с теми рыцарями в сияющих доспехах? Виной всему легенда о священном Граале. Мои храбрые рыцари по неизвестной мне причине отправились выполнять миссию. Они утверждали, что найти священный Грааль — это их предназначение. Увы, моих сил недостаточно, чтобы противостоять предназначению. Я не смогла направить бедняк на верный путь. Грааль так и не нашли? Именно так. Разве ты не слышал легенду о священном Граале? Я потерял память. Поговори с отшельником, присматривающим за могилами моих храбрых воинов. Он зануден, но отлично разбирается в легендах о священном Граале. Я навещу его. Обязательно навещу. Если ты вернешься сюда с намерением уйти с чрезвычайно важной миссии, поверь мне, я могу и разозлиться. Не понял тебя сейчас. Ну ладно. До встречи. Уйти с чрезвычайно важной миссией. Понял, что не верю в предназначение, сам отвечаю за свои победы и поражения. Ну, короче говоря, ведьмак именно вот таким вот макаром как бы и будет. Ух, королевская виверна. Убьем ее? А туда не пройти, что ли? Так и будет восстанавливать память. Чуть по чуть, аккуратненько. Давай. Ну давай, бей. Из-за того, что она одна, в принципе, это легко. А, блин, ты смотришь, что творит. Ну, вроде больше не производит никакого ни отравляющего эффекта, ничего такого. Все, отлично. Добили. Там обычная, верно. На это места нет. Ну, потому что это еда обычная, как бы, нахрен не нужна тоже. Слушайте, как много костров здесь. Как много костров. Владычица, до свидания. Мне, по всей видимости, нужно обратно возвращаться. Ну-ка. Ну-кась. Да, так и есть. Обратно на лодочку. И что, опять утопцев там гасить? Возможно, так несколько раз придется туда-сюда летать, плыть, плавать, переплываться, переплывать, перебираться. Переправляться. Расчет окончен. Чтобы плывун вылез снаружи. Может, нет. Блин, заставочки эти, они, конечно, очень атмосферные, очень настраивающие, очень интересные, но когда происходит раз за разом такое, немножко изнуряет. Совсем чуть-чуть. Так, куда меня ведут? А, не. Ну-ка, задание почитаю. Нужно разобраться с утопцами на берегу реки. Очистил отмели берег озера. А, теперь берег реки, да? Не-не-не-не-не-не-нет, меч. Вот так. Да. Теперь на озеро. Ой, на берег реки. Хорошо. Тут была виверна вроде как. Я еще свалил. Вроде как ее нет. Ладно, с королевской разобрались. Я думаю, и с такой разберемся. Что у нас? Ага. Фиштех, волк и волга. Черная кровь. Белый мед, кошка. Пурга, ласточка. Не понял, ласточка у меня одна, что ли? Ну, походу, да.
Ай. Энергия. Токсичность. Текущий уровень 67. У меня из-за того, что я сейчас эту херню выпил, у меня сейчас полный пипец. Смотрите. Токсичность какая бешеная, да? Тропа через лес. Селёнышко. Ну спускайся, ведьмачок, спускайся, вот. Вот она, селёнышко. Так, провести ритуал. И что я получу? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мощность знаков повышается на 100%. Интересно и неинтересно. Так, виверны. Ну что, убиваем? Ну вот, да. С обычными вивернами прям совсем легко получилось. Средней крепкости. Нет, ничего не надо. Ничегошеньки. Мне надо бы снять... Знаете что? Ласточка слетела. Надо снять токсичность. С уже принятых ядов. Угу. Вот, нейтрализует токсичность. Все, отлично. А потом, если что, уже обычным таким лекарством будем запиваться. А может, ласточку сделать? А, у меня уровень новый, нифига. Хорошо. Хорошо. Два бронзовых, два серебряных. Ну-ка, серебряный меч. Бронзовый талант. Действие только в бою минимум с тремя противниками. Отлично, нормально. Групповой. Силовой. Повреждение 25%. Ага. Ага. Называет воспламенение. Игни уровень 3. Угол 135 градусов, угол 225 градусов. Затрат энергии на 5 больше. Горящий клинок. Ага, действует только при выполнении особых атак групповых стилей с серебряным мечом. Забавно. Забавная штука. Так, окей. Так, а мне теперь нужно алхимия. И белая чайка, да? Это не то. Слушайте, а где у меня... Где же у меня? Где же у меня? Где же у меня? Штука, которая лечит. Как же она называется-то? Ласточка. Вот она. Белая чайка нужна. Окей, ладно, тогда белую чайку из всего алкоголя сделаем. Вот, а теперь ласточку из белой чаечки. Все, что ли? Ласточку только одну можно было сделать? Охренеть. Наружу невидимых противников. Отвар де Врио у меня есть? Да, вот экстракт де Врио я его делал. Вот, росомахи у меня не было. Наносимые повреждения. Эффективные атаки и эффективность повреждений. Нормально. Хорошо. Кошка есть. Ива. Дает полный иммунитет к оглушению и нокдауну. Мало ли появится какой-нибудь парень. Ну и все. Спи. Ночь еще не закончилась, поэтому все очень хорошо. Смотри, там флэдеры труп жрут.
такое жесткое место, говорят, очень красивое, чудовищно красивое. Но, видите, здесь довольно стрёмно. Виверны, утопцы, плавуны, фледеры. Насколько я понимаю, это еще не самый такой весь, не самый весь такой контингент зверя, который может здесь повстречаться. Я немножко проигнорировал другие заданницы, которые были на той стороне карты, потому что мы туда все равно вернемся, по всей видимости. О, Геральт! Ты-то тут Людик, откуда вообще? Как ты сюда попал? Через телепорт. Я тоже. Меня сюда телепортировала Трис, это было удивительное ощущение. Всегда хотел это попробовать. Она сделала это для тебя? Должно быть, она заболела. Зачем Трис тебя телепортировала? Скажем так, она спасла меня от поцелуя смерти. Интересно. Надо будет использовать это в моей новой балладе. Какое чудесное место. Трис сказала, мы должны оставаться здесь, пока все в Изиме не стихнет, а принцесса не забудет о своей мечте перегрызть тебе глотку. Не имею ничего против. Расскажи мне об этом месте, если можно, в прозе. Здесь царит поистине магическая атмосфера. Крестьяне довольны и счастливы. Какие тут крестьянки. К чему ты ведешь? Намечается свадьба. Алина, дочь Салтыса, выходит замуж за Юлиана, состоятельного купца из Кавира. А еще здесь живут водяные и... Ах, да! Еще Алина взяла опеку над Альвином. Серьезно? Еще брат? Один? Еще одна опекунша? Если, конечно, у него нет брата-близнеца. Лютик. Да, Трис просил тебя присмотреть за ним, так как кто-то другой тоже его ищет, или что-то в этом роде. Что-нибудь еще? Кажется, нет. А теперь быстрей в таверну. Какая-нибудь очаровательная девица обязательно пробудит мое вдохновение. Ай, блин. И побежал. Должен разыскать Альвина и поговорить с ним. Смотри, переступень точнее. Блин, ну, Лютик, он как бы, ему норм. Он всегда такой был и будет, походу. Так что можем за него не переживать. Далековато к реке идти, кстати, далековато. Ну что, побежали. Чё бы нет, убить этих плавунов. Нихрена, очень красиво здесь, смотри. Лютик туда пошел, а нам куда? Не, нам налево надо. Ну, там таверна, походу. Будем иметь в виду, здесь очень красиво. Смотри, сколько этих, как у растений, повсюду зеленушка, цветочки. Круто, классно. Деревушка там слева. Но мне сюда. Вход на новую территорию, холм. Река, место купания. Вот, мне туда. Похоже, даже я правильно завернул здесь. Вон они. Вон они, гады. Вижу. Блин, искупаться бы в этой речушке. Ты посмотри, вода какая прозрачная. Красота, да? Ну, разве что утопцев, если б не было, вообще замечательно было. Ух ты ж, мать. Нет? Плаун вышел. Вот он их, предводитель. Ну, он, кстати, сейчас сдохнет нахер. Вот и все. Сейчас найдем ожерелье. Вот оно. Шелковый платок я возьму. По-моему, именно его нужно. Или, блин, или именно шаль нужно. По-моему, шаль. Я возьму шелковый платок. Место у меня есть, поэтому ничего нет. Хорошо. Теперь я, насколько понимаю, мне нужно возвращаться, да? Вернуть жерелье на яде. Да, направо. О, его, ни хрена себе. Привет, тварь. Ты чё такая злая, слышишь? Нахрен пошла. Склад пендроморф, привет. Вылази, блин. А
Огонь, огонь, огонь. Да, это он. Давай, 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 гаси, гаси, ублюдка. Блин, исчез. Мы его подожгли, он там горит. Твою налево. Рано нажимаю. Может, мощным? Во! Отлично! И скалопендроморф убили. И ягу убили. Блин, здесь мощные ребята, да? Хитиновый панцирь, это что? Ценный ингредиент. Некоторые торговцы с радостью его купят. Ну, возьму. А в Еге что было? Зубы Еге. Мне кажется, можно будет продать. Отдать этому какого. Ну, известно кому. Нашему. Хан это что? Это... Хан это растение. Я думал, это человек. Ну, там другого цвета была бы, наверное, табличка. Нашему дантисту. Отдадим. Я думаю, он будет только в порядке. Вы в комментариях, кстати, напишите, пожалуйста, можно, нужно ли зубы Еги для него сохранить. Вообще, по идее, должны, да? Ему же интересны все зубы. Я напоминаю, если собрать все зубы для дантиста, все, то можно... Подождите, туда иду, нет? До малины. Проход к берегу. Рухнувший мост. Такое ощущение, что... Шел туда уже. Слушай, я же отсюда. Что за... А, нет. Не-не-не, все хорошо, да, все правильно. Я вот здесь вот повернул налево. Я вот, вот этот перекресток, вот этот точнее, с этим перекрестком спутал. Точно, лютик не там, а вон там как раз слева. Если собрать все зубы для дантиста, он выдаст там кое-какие вещи, которые смогут перейти вместе с нами в Ведьмака второго. Это будет очень круто, если мы во вторую часть заберем хотя бы что-нибудь. Я не утверждаю, что все заберем, но хоть что-то. Правда, говорят, что крутыми эти вещи будут определенное время, то есть совсем-совсем чуть-чуточку. Потом, конечно, мы найдем внутриигровые предметы, которые в Ведьмаке втором круче будут гораздо. Вот, ну ничего страшного. Ничего страшного все равно. Первого Ведьмака. Не ради этого, по большей степени, а ради сюжета играем, так что... Так что ничего страшного. Так, наеда. Здесь нигде не сворачивать, ни хрена, не. Просто пробежаться туда направо. И все. Прошу прощения, так, труп этот мы видели. Все это за ночь, то есть мы как телепортировались сюда за ночь, столько дел уже сделали, да, и с владычицей озера поговорили, и ей колено там преклонили, с народом водяным поговорили, с рыбаком договорились, кстати, смотрите, проснулся, реально не смог уснуть после нашего посещения, стоит рыбачить, молодец, наеда, смелая девочка, смелая, ты чё, чё с тобой, спит, наверное, да? Очень смелая. А вот она, наеда. Круг увядающей магии. Что я получил? Мощный знак Эйрден повышается на 50%. Хм. Прикольно. Привет. Давай поговорим. Я принес твое ожерелье. Я принес твое ожерелье. Отлично. А теперь твоя награда. Я могу дать тебе книгу про водяных, руну, или, если захочешь, буду лечить тебя, когда тебе это понадобится. Книгу про водяных? Я бы хотел стать твоим пожизненным пациентом. Расскажи побольше о наградах. Расскажи побольше о наградах. Книга про водяных расскажет тебе о всех рыболюдях, с которыми ты можешь столкнуться. Руны земли улучшат твой меч. А еще ты можешь выбрать меня, и я буду лечить твои раны, когда ты этого захочешь. Не знаю, ребят. Книгу про ведяных. Не знаю, блин.
Что выбирать-то? Расскажи тебе о всех рыболюдях. А я знаю о них, нет? Стать твоим пожизненным пациентом хочу. Нет, ладно, книгу. Я возьму книгу про водяных. Она твоя, хотя не понимаю, как кто-то может читать такую скукотищу. Я не благодарю понимаю. Тебя. У меня есть для тебя подарок. Это красная ленточка, амулет. Он будет защищать тебя от утопцев. Возьми на память. Серьезно? Я получил свое вознаграждение. Свой передан. Так, окей. Книга. Где? Вот она. Ну, конечно. Конечно, я уже читал эту книгу. Загрузить. Сохранение. Я, пожалуй, не здесь же, да? Пожалуйста, не здесь. Пусть при загрузке уровня. Пусть будет сохранение при загрузке уровня. Все, отлично. Замечательно. Я возьму, короче говоря, не руну земли, а возьму и не книгу, а возьму ее, типа, постоянным пациентом буду, и все. Потому что книжку читали уже. Смысла нет. Видите, как глупо я проверил. Ну, не сохранился. И получай. Собственно, благо хоть автосейв есть, иначе бы пришлось начинать оттуда, откуда я засейвился в прошлый раз. Вот уж было бы неприкольно, вот уж было бы очень неприкольно. Так, мне сюда. Интересно, рыбак рыбачит до сих пор? Ну как до сих пор, даже при этой загрузке, я имею в виду. Да, но только в другом месте, смотри. В прошлый раз он стоял здесь, а теперь дальше там за мостом. Интересно. Милая девочка немножко в другом месте лежит. Он уже не лежит, такая сидит, в принципе. Да, то она лежала вот здесь, да? Спала. Ирден. Давай. Сохранись. Хотя уже, конечно, не обязательно, но все, все-таки. А ты? Я бы хотел стать твоим пожизненным пациентом. Я так и знала, что ты это выберешь. Каждый раз, когда ты будешь приходить ко мне, я буду лечить твои раны. А может, получишь еще и поцелуй? Благодарю тебя. У меня есть для тебя подарок. Во, классно, и ленточку сохранила. Ну-ка. Можешь вылечить? Можешь вылечить. Конечно, у нас ведь уговор. Спасибо. Слушайте, ну круто. Получил свое вознаграждение. Прям круто. О, там сундук. Блин, хотел здесь уже закончить. И нарвался на сундучок. Красная лента, отпугивающая утопцев. Кольцо с печатью пророка или беды, кольцо с печатью вечного огня. Они, походу, вообще, в принципе... бесполезные. Поэтому я, естественно, выберу красную ленту. Она хоть помогает отпугивать утопцев, и то хорошо. Все, ребятки, на этом закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. Отписывайтесь в комментариях по поводу того, как она вам. Лягушечки. Лягушачки прыгают, смотри. Увидимся в новой. Всем удачи. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект – BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.